Многие из нас мечтают уединиться от повседневных дел и забот на берегу водоема с удочкой в руках. Именно так и поступили сегодня участники праздника «День рыбака». Команды приехали из разных районов области с друзьями и семьями, чтобы выяснить, кто же сегодня будет лучшим. Вот уже в третий раз Министерство лесного хозяйства проводит областной чемпионат по рыбной ловле. И с каждым годом количество участников только растет. И в этом году достигло пока что своей рекордной отметки. Два десятка команд, по три человека в каждой. В первый раз было 6 команд, во второй раз в прошлом году 12 команд, а в этом году 20 команд. Значит, людям нравится, значит, люди просят, чтобы вот такие, такого рода праздники были. И мы с удовольствием проводим и пожелали всем оренбуржцам, чтобы они получили здесь как можно больше положительных эмоций. Для оренбуржцев День рыбака – это еще и вторая масленица. Помимо рыбалки здесь проводятся различные конкурсы и эстафеты. Лазание по столбу, бои подушками, перетягивание каната и многое другое. За все полагаются награды и призы. Правда, один приз все-таки сумел убежать. Сегодня произошел казус. У нас, вот вы, как вы уже, наверное, видите, мы поставили столб с призами, на который должны залезть. И у нас там есть живые призы, но мы не стали издеваться над животными. А там в пакетах лежат записки, кто что достал. И один из призов – это ягненок живой. И вот он сегодня убежал, но я думаю, что мы его к вручению поймаем все-таки. А вот тот самый козлик. Попался чертенок неугомонный. Впрочем, старт дан, и рыбаки приступили к водной охоте. Кстати, в командах оказалось и немало рыбачек. Участвую, как участница, я сегодня впервые. Уверена в себе, прежде всего, я думаю. Приспособлений никаких особо волшебных нет. Поймаем? Увидим, что поймаем. С неподдельным спокойствием рыбаки ожидают своего улова. В их арсенале только обычные удочки. Запрещен даже спиннинг. Несмотря на хорошую подкормку, в этот раз оказалось не все гладко. Сильно подвела погода. Подкормить рыбу вообще, это несущественно. Сейчас даже вот на лодке отплывете вот куда-нибудь, бесполезно. Вся подкормка на сразу. Ее ветром унесет или еще что-то. Сегодня вообще не рыбный день, как говорят, хоть и день рыбака. И вот время истекло, и участникам предстоит взвесить улов. По итогам победила команда из Оренбурга. Им удалось выловить более килограмма чешуйчатых обитателей водохранилища. В основном это был карась. Главный приз за первое место – сертификат на сумму 15 тысяч рублей. Я ехал сюда за победы, во-первых. Езжу всегда на соревнования, всегда езжу за победы. Практически всегда победа у нас в руках. Выигрыш, он тратится в основном же в рыболовных магазинах на рыболовные снасти. Посмотрю какую-нибудь удочку хорошую, подороже. Впрочем, остальные участники не остались с пустыми руками. Денежные призы и подарки были рассчитаны на всех. Иван Берг, Константин Воробьев. Наше время.